Всем привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». Немаловажным фактором для жизни человека является среда, в которой он живет. Сегодня вы посмотрите видеообзор квартиры в жилом комплексе «Твоя привилегия». А начнем мы этот обзор со двора. Досмотрите данный видеообзор до конца, и вы узнаете, сколько стоит данная квартира, а также как ее посмотреть. Приятного просмотра! Я начинаю. Меня зовут Александр Шуляк, я профессиональный риэлтор в области вторичной недвижимости и снимаю видеообзоры на те квартиры, которые продаю. Сегодня будет уникальный обзор в жилом комплексе «Твоя привилегия». Начинаю я его со двора, чтобы показать вам, насколько комфортно и безопасно здесь жить. Давайте посмотрим. Территория двора представляет кластеры. Что такое кластер? Это 4 дома, которые создают общий двор. На территории двора не может заехать автомобиль. Поэтому вашим детям будет безопасно здесь играть. Вашим супругам, которые сидят дома с маленькими детьми, безопасно будет и комфортно с ними гулять. А внутри двора не будут шуметь машины и загазовывать воздух, который здесь очень чистый. Комплекс «Твоя привилегия» находится за городом. Чистый белый снег, тротуарная плитка, подсветка. Все это здесь присутствует. Плюс стиль и архитектура, эстетика домов, которые построены из кирпича, наполняют жизнью. Очень похоже на какой-то английский стиль. Давайте немного зайдем за дом, чтобы посмотреть, где находится этот кластер. Номер кластера я не подскажу, скажу, что это улица Уютная. И находится она прямо у леса, возле экотропы. Экотропа тоже классное решение. Во многих жилых комплексах присутствует экотропа. Ну как прогулочная зона. Это не купить за деньги, на самом деле. Купишь квартиру где-нибудь в городе, конечно, такого там не найти. Итак, заходим в парадную. Еще ремонт доделан не до конца, но что могу отметить. В привилегии всегда ящики из натурального дерева. Безопасное покрытие на полу. Стенд с информацией. Все как обычно. Очень неплохо выглядит. Мы идем смотреть. Квартира у нас находится на третьем этаже. Большим плюсом третьего этажа являются высокие потолки. У нас 3,15. Но у нашей квартиры нет эксплуатируемой террасы, к сожалению, на крыше. Эта функция идет уже у новых домов. Итак, поднялись мы на третий этаж. Сразу видно, какие высокие потолки тут. Давайте поднимемся. При желании здесь в углу можно оставлять коляски, велосипеды вместе с соседями. На этаже здесь 4 квартиры. Вот наша квартира. Входная дверь была сразу же поменена. Установлена хорошая металлическая дверь с зеркалом. Это вход в квартиру. Квартира в предчистовой отделке. Это уже собственники сделали сами. Зона прихожей достаточно комфортная. Моя любимая мокрая зона, где планируется банкетка, вешалка для верхней одежды. Можно оставить свою обувь, и грязь по квартире не будет разноситься. При входе идет спальня. Большая, прямоугольная, около 18 квадратов. И по высоте потолков видно, что очень комфортно. В этой квартире уже была полностью сделана электроразводка. Видно, что очень грамотный специалист сделал. Полностью сделана штукатурка под покраску или под поклейку обоев, под что угодно. Также закуплены стройматериалы для дальнейшего ремонта.
В квартирах в привилегии есть несколько основных плюсов. Первый – это индивидуальное отопление. В квартиру заходят, значит, трубы отопления холодной горячей воды. На них стоят счетчики в специальном техническом помещении. Соответственно, вам не нужно проверять показания, передавать показания, контролировать поверку счетчиков. Это все делает управляющая компания. Соответственно, по показаниям вы оплачиваете отопление и воду, а также свет, который тоже находится в отдельном помещении. Здесь стоят только автоматы. Очень удобно и комфортно. Дальше. В жилом комплексе «Привилегия» нет балконов. Есть на первых этажах у квартир террасы. Ну, опять же, это на любителя. А на квартирах, которые вторые, третьи этажи, вот такое окошко, которое полностью открывается. И есть небольшое ограждение, которое защищает. И вот такой вид из окна из спальни. Согласитесь, шикарный вид на лес. Это западная сторона. Вот там как раз вход в экотропу, чуть дальше. Отличное место. Внизу вот терраса у соседей. Так, закрываем. Хорошие, надежные окна. Видно уже электроразводка, все спланировано. Дизайн-проект, значит, присутствует. Покупателю дизайн-проект подарок. Идем в студию. Студия примечательна тем, что в ней три окна. Одно окно полностью открывающейся створки и два маленьких окошка. Давайте посмотрим, как получились санузлы. Здесь получился совмещенный большой санузел, в котором планируется ванная, душевая, унитаз. Здесь нужно будет возводить перегородки и делать санузел. Вот тут присутствует вентиляция, тут стояк канализации. Ну вот она, вентиляционный короб, и сюда вентиляция в тот туалет, который находится в спальне. Соответственно, эта зона вся является общей студией. Тут уже проведены все разводки под кондиционер, под телевизор, под выключатель. Установлен большой такой радиатор. Ну, на самом деле, классная история. Бывает, делают конвектор в пол. Убирают радиаторы, чтобы они, во-первых, не занимали место, а во-вторых, не портили интерьер. Ну, тут уже, наверное, не сделать. Ну, в принципе, можно при желании. Вот такие окошки. Тут вы готовите. Что-то закрыто. Готовите, например, вот здесь планируется кухня. Тут мойка, горячая холодная вода, слив, планируется плита, духовка, скорее всего, пенал. Такая кухня. Ну и тут зона столовой, гостиной, как кому удобно. Дальше мы идем в спальню. Это спальня окнами во двор, на восток. Тут планируется санузел, туалет. Ну, плюс раковина, возможно, душевая кабина. Уже, как видите, все смонтировано. Осталось только перегородки возвести. В спальне тоже большое панорамное окно. И вот окна во двор. Классно, кластер. Тишина и уют. Поэтому улица уютная. Давайте теперь подробно поговорим про эту квартиру. Это квартира 88 квадратных метров, что очень удобно в жилом комплексе «Привилегия», что нельзя приплюсовать площадь балкона, что их здесь нет. Поэтому площадь точная. Квартира уже при чистовой отделке, она подготовлена к дальнейшему ремонту.
Сюда, конечно, требуется еще вложение, но уже не такие, как при черновой отделке. Потому что в черновой отделке стены вообще кирпичные, нет электроразводки, не смонтированы трубы канализации для санузлов. Просто заходят два провода. Дальше. Высокие потолки 3,15. Классное место рядом с лесом. То, что нужно для людей, которые устали жить в городской суете. От этой пыли, пробок, шума и всего остального. Для тех, у кого дети, ну так как это квартира-студия плюс две комнаты, возможно, ее будут рассматривать люди с детьми, семейные. Эта квартира подойдет для семейных людей, потому что жилой комплекс «Привилегия» позаботился о семьях с детьми. Здесь есть детский сад частный и школа частная. Можно подумать, наверное, это дорого. Нет, все намного проще. Для жителей твоя привилегия – школа и детский сад бесплатны. До того момента, пока не появится новая школа, которую сейчас как раз строят. Теперь самый главный вопрос. Сколько же стоит данная квартира? Эта квартира стоит 6 300 000 рублей. Цена – это не окончательная, поэтому актуальность цены узнавайте у меня в комментариях или звоните на телефон, который у меня всегда указан в описании к обзору. В принципе, из данных все. Поэтому хочу вас поблагодарить за просмотр столь долгого ролика, поставить лайк и написать в комментариях обратную связь. Я буду очень рад с вами пообщаться. Уже со многими подписчиками выстроились хорошие отношения. Некоторым уже продаю квартиры. Если вы хотите продать или ищете квартиру, то подписывайтесь на мой канал, следите за обзорами. Буду очень рад вас видеть. Всего доброго, удачи. Увидимся на следующем показе.